Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. Так, погнали. Мы с тобой на 16 уровне. Ох ты, кто здесь? Но мы-то вроде бы как сильнее, в бой. Кстати, а что это за викинг у него здесь такой, а? Мы с ним справимся, надеюсь. Так, тут эльф-лучник, копейщица, плюс танк. У него есть молния, но у меня есть огонь. Давай, посмотрим. Так, стоп. Сейчас будем вызывать с тобой еще одного вышибалу. С гуслями, ё-моё. Так, тихо, родные. Так, лучники к бою. Ах ты, зараза, что сделал, а? Ну-ка, давай, хлыщ, беги. Слушай, да по-моему мы здесь... Да. Так, ему. Так, защиту дополнительную. Арбалетчик. Тихо. Вали его. Нормуль. Дикие кабаны нам здесь не помеха. И базу валим. Чувак мой упал там. Все? Прекрасно. Ну что, победа за нами. Так, 30 монет. Опыт. Ух ты, алхимик, друзья мои. Такого не было у меня. С и Сарашип. Ну что же, давай дальше продвигаться. Так, от этого отказываемся, от этого тоже. Что-то тут спецпредложений слишком дофига стало. Ну что, 17 уровень. Так, я вижу, у него шаман есть. Шаман, викинг, у него лучники. Лучники, кстати, у него прокачанные до 4 уровня. У меня, правда, до 5. Копейщица до 4. Что это за хмырь такой идет, а? Скажи-ка мне на милость. Кто он? С чем его едят? Ну-ка, лучник, прикрой-ка. Сейчас посмотрим, кто кого. Ох ты! Правильно, аура, как в Tower Conquest. Мы так же сделаем. На тебе. Так, минус. Блин, вот шаман это бесява, ребята. Шаман это бесява, вот серьезно тебе говорю. Так, мы его замедлили, да? Пумс, упал. Так, тихо, надо еще вызывать танка. Твою дивизию. Ты смотри, что творят. Лучники. Вот. Орк сейчас хорошо нам помог. Бросил свою бочку взрывную, отлично. Так, ну что, я думаю, шансов у них здесь на победу не будет. Хе-хей. На-ка, выкуси. Давай. Слушай, а этот парень хорош. С бочкой. Очень хорош. Хм. А поначалу мне показалось, что он так себе. Ну, видимо, я ошибался. Так, ну что, друзья мои, 32 монетки. Так, опять же опыт. И смотрим. Скорпион. Это новая карточка. Гром. И мясник. Так, слушай-ка, у нас с тобой монет хватает. Может быть, есть... Подожди, есть смысл прокачаться? У нас хватит с тобой? Так, а прокачать я могу только мясника пока в данный момент. Ну и Эза. Но Эза я не хочу качать. Вот, шаман же у меня тоже есть. Почему я его не брал? Скажи-ка мне на милость. Шамана надо брать. Так, тут циклоп какой-то. Слушай, а что делает вот этот вот, ребята, алхимик? Скорость передвижения очень быстрая. Так, у него заморозка на 10 секунд. Придает герою случайный эффект. Оу. Слушай-ка, придает герою случайный эффект. Давай возьмем. У нас все равно два танка, да? Я, наверное, одного заменю. А кто из них сильнее? Здоровье 2600, 200. Понятно. Значит, этот будет сильнее. Вот таким вот образом попробуем. А что делает этот? Мастерская, танк. Скорость атаки быстро. Так себе.
А это что еще такое у нас? Дальнобойный оу. Слушай, ну у меня лучник есть. Пока, я думаю, не стоит менять. Окей. Ну что, погнали с тобой. У нас тут до сундучка осталось лишь рукой подать. Так, а у него наполовину роботы и наполовину фракция людей. То есть монах, мясник и прочее-прочее. Ну что же, я думаю, наверное, я буду вызывать нашего... А, алхимика, давай посмотрим, что он делает. Так, бежит. У него какой-то огонь вокруг него. Тихо. Давай, давай. Блин, этот у меня какой-то непрокачанный, ребят. Ого-го, тихо, тихо. С ключами тут прибежал шитик. Давай, 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 блин. Вначале было все просто, сейчас уже довольно сложно. Но мы должны продавить их. Да, обязаны просто. Так, может быть, нам вызвать. Давай. Беги. Слушай, ну мы прожмем здесь. Да-да-да-да-да-да-да. На, кугар, получи по шиям. Все. Отдуплились. Так, деньги. Опыт. И вот основные три карточки. Алхимик. С. Грута. Грута — это новая карточка, друзья мои. Не знаю, что она из себя представляет. Подожди-ка, если взять Груту? Король носорогов против нас. Второго уровня, кстати. А мне плевать на этого короля носорога. В принципе, тут армия у него не особо сильная, я так понимаю. Естественно, танки. Танки идут вперед. А уже танков нужно будет прикрывать. И я знаю, кем прикрывать. Давай. Выходи. На-ка. Блин. Шамана позвал он. Так, лучники, выручайте. Эй-эй-эй, мелкий хлыщ. Правильно, так вот ему. Иди, барон Фогенштейн. Смотри, смотри, пыхтит изо всех сил. Минус. На-ка. Захотел, блин, нас замедлили, друзья мои. Мы в замедлении находимся. Чу. Сосунок. Рвем их. Слушай, этот вышитик, ребята, никакого толку. А, он теперь на себя повесил хил. Вот и все, был король носорогов, да вышел весь. Так, ну что, монетки. Естественно, мы с тобой получаем здесь опыт. Охотница и ассасин. Что она из себя представляет? У кого-нибудь есть догадки? Я, в принципе, могу предположить, что она очень хороший дамагер. Очень хороший, но вот насколько, это нужно только проверять. Так... Класс специальная, священная роща. Носит удар в спину самому дальнему герою. Скорость передвижения 30%. Повысим уровень сразу ей. Так, ну что, давай проверим. Взять ее вместо, в принципе, вместо алхимика можно, да? Ну что, поехали. Еще один бой, и сундук будет у нас в кармане. Опа, у него тоже какой-то, смотри, ребята, есть. Это кто такой? Это какой уровень охотницы-то? 10 уровень, вы... Вы издеваетесь, что ли? Откуда у них 10 уровень охотницы? Эй! Ребят, ну я так не играю. Как он прокачался? Так, давай, погнали. Нафиг я его... Нафиг я его-то вызвал первым, этот дурачок-то этот. Ой, сейчас получит стрелу в задницу. Слушай, а он держится. Так. Посмотрим охотницу. Ой, ассасина. И чего? Как она работает? А, вот так. Смотри, она бежит, ей по барабану. Воу. Блин, я только сейчас увидел, что здесь какой-то энд присутствует. Давай, бро, бросай бочку. Ты красавчик. Энд, друзья мои, блин, мне нужен танк, срочно.
Вот так вот. Тудуш, ничего себе он, блин. Первый, я тебе сейчас дам первый, блин. Да не припух ли ты, а, парень, блин. Есть. Ну, слушай, ну это жестко. Блин, мне нравится вот этот охотник. Он, короче, самому дальнему бойцу. Блин, а он опять энта вызвал. Как вот тут, извините меня, ребята, бороться? Ой-ой-ой-ой, сейчас что-то будет. Тут еще и арбалетчики. Похоже, фейл. Ребята, фейл светит нам. Блин, какой-то имбовый слишком здесь, мне кажется. Грубо, какой-то грубо против нас. Да. Фигли, о, фигли, а, получить больше. Да иди ты знаешь куда, переиграть. Получите больше. Так, знаешь, что я думаю? Я уберу, наверное. Уберу вот этого ассасина и поставлю сейчас вместо него. Кого вместо него поставить? Или шамана убрать? Вот мне нужна магия, это однозначно, ребят. Магия здесь просто необходима. Я уже убедился в этом. И вот мы с тобой чего не смотрели, да? Что ты делаешь? Дружественный герой быстрее на 35%. Да? Ну давай сюда тебя поставим. Я готов, ребята. Ну, правильно, это битва за сундук, поэтому и враг сильнее. У него 5 уровня, 5 энд. Фига себе, он 1 уровня. Но он намного сильнее, блин, моего танка, согласись. Я бы сказал, даже в разы. Во-во-во, куда ты так ломанулся-то? И что это, блин, было? Скажите мне на милость. Вы серьезно, блин? Так, лучники, прикрывайте. Отлично. Блин, она бежит как сумасшедшая, ребят. Кнутом, ничего себе. Оу, она издалека бьет. Слушай, ну это круто. Ну, урон она наносит, конечно, очень, очень жесткий, лютый. Давай, давай, давай. Все. Нет, ребята, мне с энтом не справиться. Он их выпускает и выпускает одного за другим, прикинь. Ты посмотри, сколько он наносит урона, блин, со своей фигней этой. Там уже второй на подходе. Это что за трэш? Слабовато, кричит хмырь этот. Слабовато, блин. Так, слушай, меня это уже бесит. Ну-ка, давай посмотрим. Меня это уже... Блин, если бы ты знал, как меня это раздражает. Так. Огнем, огнем я только один раз воспользовался, и все, больше не смог. Давай попробуем тогда вот... Так вот сделать. Это с кнутом. Блин, была бы она прокачана бы еще посильнее. Может быть, и был бы из нее толк. Так, я думаю, что шаман, наверное, будет посерьезнее, чем лучница. Ну что, попробуем вот таким вот образом. Ну как-то уж чересчур, по-моему, этот энд. Если бы он еще, я представляю, если бы он вызывал бы какую-нибудь помощь бы себе в виде каких-нибудь маленьких пенечков, блин. Ну я вообще бы офигел бы, если честно. Я просто вообще бы офигел. Давай, шаман, бомби по этим лучникам. Слава, ты как-то бомбишь. О, видишь, что творит? Ну-ка. Ну, хоть как-то, ребята, хоть как-то приходилось вот, сдерживаться надо. Они просто моего танка запинывают, как сосунка. Ты. На тебе по башке. Так, хорошо, что у этого защита есть, дополнительная аура какая-то. А ты-то что оглуши...
Ну, я просто в шоке. Вот хочешь верь, хочешь не верь, я... Давай, 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 давай. Надо на арену идти, ребят. Похоже, знаешь для чего? Сейчас объясню. На арену... Е! Дубанул, молодец, красавчик. Е, давай, вот этих вот. Да, блин, у него вонючие вшивые молнии, блин. Сколько? У него не переборли по юнитам, а? Все, ребят, опять меня зазвездячили здесь. Огонь, какая у тебя медленная перезарядка. Ну, естественно, ребята, меня тут расколбасят, что тут говорить. Нет, я эту... Как и там, эту орщицу уберу отсюда. Она вообще мешается мне. Просто мешается она мне здесь. Она бежит, да, я не спорю, но толку-то от нее. Клан, это, конечно, хорошо. Так, получить можно, можно купить. Так, сундук, что ли, бесплатно есть? Ага, бесплатно, за рекламу. Может быть, прокат... А, 200, 200 гемов. Мне не хватает. Ребят, на арену не могу зайти, почему-то ошибку какую-то выдает. Что это у нас тут такое? Получить. Достижение, да? Так, выиграйте 3 битвы на карте подряд. Так, используйте заклинание 20 раз, выиграйте битвы. Слушай, может быть, действительно... Ну, заклинание, ребята, я только одно успеваю сделать, и все. Так, я хотел убрать эту орщицу, да? Если мы ее будем менять, то на кого? На кого можно поменять? На молнию? Может быть, вот этого попробовать? Повысить, если по уровню? Дальнобой... А-а-а, это нет, это я не хочу. Блин. Хочешь, не хочешь, а прям придется, да? Это танк? Класс танк написано. Ну давай, вот так вот я попробую. Что-то мне кажется, что шансов у меня получить этот сундук просто невелик. Блин, ну... Вот этот энд, все портит только он. Если бы у меня хотя бы были бы второго уровня персонажи, да, было бы, наверное, от этого намного лучше. Он, видишь, еще гаденыш поджидает специально момент, а потом бьет молнией, когда все в кучу стоят, мои бойцы. Вот что я заметил. Сейчас попробуем с тобой что делать. Не, вначале мы сделаем вот так вот. Пускай он тратит. Так, вот мы с тобой поставили ауру. И еще он творит. Так, посмотрим, что этот скорпион у нас. Он довольно быстро двигается. Посмотрим, как он... Ага. Оу, слушай, оно его жало, ребята. Оно на... Так. Давай, родной, бомби там, бросай. Тыдыч. Брось бочку. Бросай бочку свою, блин. Ну не тупи. Так, хорошо, хорошо, хорошо пока. Давай, может быть все-таки сможем здесь. Может быть сможем здесь, говорю. Ты бросай бочку, не смотри, не любуйся на них. Стоит там, улыбится, блин. Так, я еще, ребята, одного танка вызываю. Так. Слушай, ну... Ах ты ж, мэн... Вот так вот мы сделаем. Давай, этого энта. Ну по удару-то еще, е. Yeah. А он еще одного вызвал. А он еще успел одного вызвать. Так, а если я вызову еще одного? Ай, главное орет, вот тебе и ай, придурок ты. Мне нельзя потерять танка. Если мы танка с тобой... Е. Yeah. Еее, ребята. Фью. Офигеть, сложно было? Серьезно тебе говорю, сложно. Так, 89 монет. Кристаллы. Опыт. Так, мясник. И охотница. Опа, охотник за головами, друзья мои. Эпическая карта. Да идите вы со своими предложениями. Возьми сундук, говорят мне. Так, а мне закрыть-то...
Закройте вот это спецпредложение свое идиотское, блин. Не смотри в сундук, просто возьми его. Беру. Так, монеты. Гроза. Так, охотница. Сарашип. Солдат Сэм. И электропушка. Ну, могли бы и побольше, конечно же, награду дать. Ты открыл новую главу. Скоро разблокируется. Так, ну что, друзья мои, у нас тут достижения. Забираем. Забираем, это закрываем. Ну что, друзья мои, я вышел, обновил игру, и ничего не изменилось. Я не могу начать 21 уровень из-за какой-то ошибки. Но возможно, что игра еще все-таки в бете, и, видимо, только лишь дали нам с тобой пройти вот эти уровни. Там было написано «Скоро разблокируется». Когда скоро, я не знаю, а ошибка выглядит вот таким вот, ребята, образом. Ну что же, тогда на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!